Будущих спортсменов, которые отстаивают честь нашей страны на крупных международных соревнованиях, начинают готовить с самого детства в спортивных школах и секциях. Но далеко не все из них бесплатные. За посещение некоторых занятий родителям приходится отдавать в месяц достаточно солидную сумму. Съемочная группа нашего телеканала поинтересовалась у тверичан, как много они тратят на спортивное развитие своих детей. Футбол или баскетбол, плавание или хоккей. Кажется, сегодня в Твери вариантов различных спортивных секций бесчисленное множество. Мы решили узнать у жителей нашего города, занимаются ли их дети спортом. Если да, то сколько это стоит? Насколько вот сейчас вот детские секции, да, вот такого рода вещи, они затратны для родителей? Расскажите, много денег вообще приходится отдавать? Ну, если сравнивать с чем-то там еще, скажем, там с ценами, там нормально, по крайней мере, в Олимпе, ну, это как этот клуб Олимп, по крайней мере, ну, до 3000, 200 с небольшим, ты когда пропускаешь, 1800, в общем, немного. Это что, это в месяц? Это расскажите, да. Как эти деньги? Да, да, в месяц. 3000 в месяц? Месяц, да, ну, до 3000, да, потому что когда заболеешь, когда уедешь, когда пропустишь, получается 1500-2000. Танцы, борьба, баскетбол, футбол. Теннис, большой теннис. Очень затратно, но вообще, насколько я знаю, сейчас заниматься досугом детей очень дорого. Также дорого вообще, в принципе, отправлять их на всевозможные секции. Ну, порядка где-то 30 тысяч, наверное, в месяц уходит у родителей на деток. На доп. Образование, английский язык. Там, а все. Если только вот спорт брать из этих денег? Ну, если спорт только брать, ну, 1015, я думаю, уходит, потому что все секции очень дорогие. Не так много. В основном мы отдавали деньги на... Костюм. На костюм, там, на коньки. Если хоккей, то дорого, остальное, наверное, доступно. Фигурное катание тоже дорого. А потом все эти костюмы, коньки, вот этот все инвентарь, он тоже не дешевый и берется в аренду по возможности. А как бы в аренду это тоже порядке растяжимо. Это возят из Москвы даже. У нас здесь в Твери как-то не везде купить можно. У меня ходит младший ребенок в Дом спорта «Юность» на акробатику. Стоимость абонемента 1100 рублей в месяц на 8 занятий. Я считаю, что это... низкая цена для нашего города, потому что в частных студиях раза в два больше. Ну, конечно, затратно. Все, на родителей ложится. Основная обязанность. На форму, на поездки. Я вам одно скажу. Если вы хотите что-то от ребенка иметь, деньги надо вкладывать куда угодно. Как мы выяснили, интересы у маленьких жителей нашего города самые разные. Кто-то ходит на футбол, кто-то на баскетбол, а кто-то занимается танцами. В этом случае для родителей самое главное – соотнести интересы своего ребенка со своими финансами.